Сука, ползает, блядь, там. Украинал döyüşçülər işğalçı Rus ordusunun kolluqda gizlənən əsgərlərini dronun hədəfinə çevirib. Telegram kanallarında yayılan kadrlardan göründüyü kimi dronları idarə edən operatorlar düşmən əsgərlərinin yerini dəqiq müəyyən edərək zərbə endirib. Ağır yaralanan işğalçılar sürünərək əraziden uzaqlaşmağa çalışıb. Хорош, блядь. Блядь, о, прям вот этих забаранила, походу. Прям возле них упала она. Аля! Смотри, вот, вот возле них, блядь, шевелятся. Я думаю, там у них контузия, ебать, давайте. А может и, блядь, и осколочные, блядь. Лянь, вообще, во... Это что, миномет? Миномет, да. Вольфович, да. Вольфович, красавец, красавец, блядь, в окоп чуть не попал, блядь. Давай, ну, блядь, поднажми чуть, блядь. Он на другой волне. Полметра назад. 63-118. Бля, о, зашевелились, поползли, поползли. Назад, все. Отползаю. 63-114. Да вот, 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 вот. Вуйка, Вуйка, я вот, связь, связь. Короткую, блядь, можно. Тихо. Наши позиции. Фото ведет на война. 6 часов. Дистанция примерно метров 50 стоит. Можешь посмотреть, где они примерно? Мы точно на где. Назад. Вот. Это наш второй рубеж, они не верят. Сейчас еще на минуту. Ля, он уже все, упал. Походу. Он так, мужики, это все. Прострелы могут быть с правого фланга, с правого фланга, там же наши позиции. Не, шевелят. Смежников. Слушай, тебе шевелятся, там... Походу 200, блядь. Так лянь тут сколько их еще, тут, блядь. Вы сейчас в Вольфович попал туда. Я не назад ползу, да? Да, отползают, все, нахуй. Тут эту зажигалку, я хуй его был откинуть, запалить те кусты, блядь. Чтобы не было.